Вы его автор? Да, я его творение. Я написал сегодня ночью. Хотите прочесть? Да. Тогда прочесть. Россия, нагрубил тебе с порога. Прошу прощения. Может быть, показалось иначе, но я поддерживаю слово. И около полутора лет крайне я посвятил учению классических произведений на фортепиано, в том числе Рахманинова, Чайковского, всех великих русских композиторов, которых я хочу играть на разных площадках на территории Российской Федерации. И часть из гонораров, прибыли, а именно 50% жертвовать на благотворительность. Самарское следственное управление Следственного комитета России по Самарской области торгов об избрании меры пресечения и заключения по страже в отношении Шарлотта Эдуарда Валевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 354 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 4 статьи 354 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса России на основании изложенного руководства статьями 27 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации суд постановил избрать обвиняемого Шарлотта Эдуарда Валевича 7 февраля 98 года рождения, уроженца города Самара, гражданина России, меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года, включить настоящее постановление, может быть обжалован в Самарский областной суд через Кировский районный суд города Самара в течение 3 суток со дня его вынесения. Судебное заседание закрыто.